Приветики, ребята! Вы на моем канале Влада Бест, и сегодня мы играем в игру под названием ПКХД. Ребятки, в ПКХД вышло пасхальное обновление. Сейчас на ваших экранах появится пользователь Ютуба, который правильно ответили на загадку. Вы молодцы, ребята! Ребятки, у меня в ПКХД поднакопилось 1096 кристаллов. Мы с вами можем купить комплект все шоколада за 400 самоцветов. Это рюкзак, штаны, ботинки, рукавички, шлем, кофта, палочка и велосипед. Также давайте мы купим вот такой вот набор, пасхальный набор. Дом. Обои пошли. Очень классно, правда, ребятки? Мне так нравится. Желтый. Вот такого цвета. Вот такие яйцо, свет, диван. Вот такая вот штука. Морковка, батут. Ой, какой батут этот. Горка. Ну все, ребятки, мы купили все возможное за самоцветы. Мне разблокировался уже стикер. Вниз, купить кроличью нору. Посмотрите, какой пас красивый. Мне так кажется, что это супер костюм какой-то. Ну, давайте мы его сейчас начнем разблокировать. Мне так нравится, ладно. Давайте мы сейчас дойдем до перчаток и остановимся. Начнем собирать наши награды. Мне так нравится этот пас, это обновление такое классное. Ладно, давайте собирать 200 яиц, 50 яиц. 5 самоцветов, 2 самоцветика, 200 яиц, 50 яиц, 5 самоцветов, 2 перчатки, бокс, 50 яиц и вот такая вот раковина, 200 яиц и 50 яиц. Это получается, мне уже хватает на зонтики. Давайте мы сейчас их все купим. Розовые. Давайте по порядку. Желтенький. Тебя нет. Так у меня же 100. Понятно теперь. А зонт 700 стоит. Ну ладно. 5 самоцветиков. 2 самоцвета. 200 яиц. 50 яиц. 5 самоцветиков. Очень классно. Мне вообще так нравится, я с этим... Пока этот пас соберу, у меня уже будет... Я уже, короче, стану богатенькой. Ну ладно. Штанишки. Сундук 50 яиц. И опять та же самая раковина. Кстати, в конце будет шлем. Очень классно. 5 самоцветов. 50 яиц. Ой, почему я всегда выхожу с него? Ну ладно. 200 яиц. 2 самоцвета. 5 самоцветиков. И 50 яиц. Давайте продолжать. Это сейчас мы дойдем. И сейчас начнем вот это все собирать. Нагрудник. 50 яиц. И раковина. Дальше. 200 яиц. 50 яиц. 5 самоцветов. 2 самоцвета. Так, давай... Мне уже немножечко осталось до финиша. Ой, ладно. Так, продолжаем-ка мы разблокировать. Мне кажется, мы сейчас спокойно дойдем с вами до финиша. А потом уже будем собирать награду. Да, ребятки? Сейчас. А, стоп, ребятки, подождите, какой это шлем? Это же пушка. Точно, я забыла. Ладно, 200 яиц. 50 яиц. Так, продолжаем дальше. 5 самоцветов.
два самоцветика. Вот такие вот ботиночки. Дальше 50 яиц. О, и вот такая вот тумбочка классная. 200 яиц. 50 яиц. 5 самоцветиков. 2 самоцвета. 200 яиц. 50 яиц. Так, дальше. 5 самоцветов уже. Скоро дойдем до финиша. Ура! Дальше. Пушка, мед, яйца. И мы можем дарить друзьям подарки. Я могу 5 игрокам подарить подарки. Ну, вообще, много могу подарить. Тут, я так понимаю, бесконечно можно. Ну, ладно. Посмотрите, какой красивый мир. Давайте мы сейчас переоденемся. Стоп, мне же стикер праздник. Класс, классно. У меня еще появился дом, нора. Классно, такая милая, шикарно. Стоп, ребятки, давайте мы сейчас переоденемся в наши костюмы. Первое это будет, наверное, вот такой вот костюм. Дальше вот такие вот штанишки миленькие. Вот такой вот шлем красивый, он прозрачный, ребятки. Наушников нету. Вот такие вот, нет, вот такие вот перчатки. Вот такие вот ботиночки. И рюкзака здесь нету. Ребятки, это то, о чем я думаю, да. Класс! Почему-то, когда были спойлеры, я почему-то думала, что у нас будет именно вот такая вот способность. Класс, да! Вообще круто! О! Вау! Ладно! Кстати, у меня пас есть. У меня вот такой вот значок появился, это классно. Давайте мы сейчас переоденемся в шоколадный костюм. Вот такие вот штанишки, вот такой вот. Так, наушников здесь нету. Вот такие вот перчатки. Ну, вернее, варежки, у нас перчаток нету. И вот такой вот рюкзачок. И у меня еще также появился велосипед. Посмотрите, какой классный. Ну, конечно, он не так быстро едет. Ну, хоть как-то, ребятки. Мне нравится. Вау. Ну, конечно, такой красивый мир. Кстати, у нас озеро осталось. Классно. Стоп, ребятки, а мне уже хватает на зонтики. Давайте покупать. Синий зонтик. И желтый зонтик. Классно. Все. Давайте мы сейчас их достанем. Так. Так. Вот такие вот зонтики. Жалко, что от них ничего не идут. Не идет. А может и идет, не знаю. Вот такие вот новые стикеры. Вот это. Кстати, вот такие вот стикеры у нас были в прошлом году. Да, смешно. У меня, кстати, скоро питомец откроется. Ну ладно. Давайте сейчас мы прочитаем. Добро пожаловать на Пасху в XD, магазин и праздничная валюта. Пропуск на мероприятие. Охота за пасхальными яйцами и паркур. Так. 35 яиц. Ладно, давайте пойдем в тот магазин и посмотрим, что же у нас там появилось. Да, ребятки? Так. Мороженщик старый остался. У нас появились новые движения. Вау, посмотрите, какие милашки. Давайте мы их возьмем. Один вот такой вот за 12 самоцветов. Они все за 12 самоцветов стоят. Очень классно. Вот такой вот. Вау. Мне так нравится. Так. Здесь у меня больше ничего не осталось. Вот такой вот велосипедик. Так, мебель вся старая осталась. Ну как, есть, конечно, новенькие, но в основном все старая. Вау, смотрите, здесь вот такое нам яичко дают. И пончик, класс, так мило. Так, ребятки, я посмотрела рекламу, мне дали 25 яиц, да, ребятки? Посмотрите, здесь у нас охота за яйцами, очень круто. Мы здесь можем выбрать подарок, какой мы хотим подарить другу или подруге, друзьям, да, ребятки? Так. Кстати, у меня же новые движения, ребятки, появились. Это вот такое смешное.
О, вау! Мне просто глаза разбегаются, здесь все такое красиво, мило. Не знаю, куда в какое место смотреть. Ладно, празднуем Пасху 2022 года в XD. Новый праздничный с кроликами и шоколадом. Они вернулись, играя в мини-игры, паркур и охота за пасхальными яйцами. Украй свой дом и нарядись в пасхальном магазине новые товары. Пропуски на мероприятия также можно дарить пасхальные подарки друзьям и получать больше с помощью веселого праздника. Вау! Классно! У меня разблокировался стикер. Шоколадная морковь. Вау, классно! Мне нравятся, ребятки. Так, давайте мы возьмем метлу, и нам дали 35 яиц. Ладно, ребятки, у нас еще здесь в игре появился вот такой вот классный паркур. Давайте мы его попроходим. Кстати, чтобы получить ботинки, надо посмотреть рекламу. Ладно, давайте проходить паркур. Так. Мне кажется, это будет достаточно тяжело. Ладно. Хорошо, мы еще раз пройдем. Ничего страшного. У всех бывает. Ну ладно. Так. Главное аккуратно все это делать. Так. Так. Достаточно тяжелый паркурчик. Ай, я чуть не упала. Ну, я так скажу. На 30 секунде, я так думаю, сюда невозможно прибежать. Все потому, что уже 30 секунда. 31, можно даже так сказать. Ну ладно, ребята. Так. Кстати, я уже заканчиваю штуку. Так. Так. Угу. Нет, я упала. Все, мне облачко помешало. Плохое облачко. Облачко. Нормально. Ладно, давайте мы переоденемся в мой костюм. Ну, вернее, как в мой? В броню. Давайте мы не будем шлем одевать. Оденем мою любимую повязку. Ой, подождите. Давайте наушники какие-то выберем. Может, Hello Kitty? Не знаю. Хотя нет, давайте возьмем облачко. Так, дальше. Давайте мы возьмем шоколадненький рюкзачок. И возьмем мою любимую повязочку. Красненькую, да, ребятки? Все. Кстати, от этого костюма еще лапки вот такие вот идут. Это так мило и круто. Кстати, пойдемте в башню и посмотрим, что же там. Посмотрите, какая красотища. Вау, давайте сфоткаемся. Вообще, круто. Так, ну, к сожалению, у меня лимит. Ну, вот такие вот клевые стикеры появились у нас в игре. Очень классно. Мне так нравится вообще обновление. Такая красота. Это, оказывается, вот такое вот прозрачное стекло. Ладно, ребятки, мы с вами не сдаемся. Мы должны пройти этот паркур. Каким бы он ни был. Так. Так. Я его должна пройти. Угу. Так. У меня, я надеюсь, получится. Так. Сейчас. Кстати, ребятки, знаете, я специально упала, потому что я заметила, что у меня времени не было, представляете? Вот это да, конечно. Ну ладно. Ладно, давайте мы все-таки пройдем этот паркур. Ну, как-то, хочется его все-таки пройти. Так, интересно, на сколько времени прибегу? Мне очень интересно. Так.
собираемся по яйцам. Так, время мы взяли. Я надеюсь, у меня получится этот паркур пройти. Угу. Кстати, это я по какому-то другому пути иду. Кстати, очень круто. Мне кажется, он даже короткий и легче, чем тот, который я проходила. Правда, ребятки? Сейчас. Да, ребятки, мне почему-то так... Я думаю, что я пройду этот паркур. Что-то я уже вижу финиш. Я упал. Фух, я хотя бы не в самый низ. Сейчас мы на вот это облачко. И потом сюда. И... На финиш! Так. 17 монет и 30 яиц. Классно. Ну ладно, ребятки, сейчас будут ваши подарки. Ребятки, подарок от Маши. 50 яиц. И ванночка вот такая вот. Следующий. От Snow Maiden. 50 яиц и вот такая вот штука. Вот такие вот подарочки. Да, ребятки. Следующие будут подарки. Следующий подарок от Виктории Гейм. 50 яиц. Унитаз. Спасибо за унитазик. Ладно, следующий подарок от котика. 50 яиц. Унитаз. Вау. Ну ладно. Продолжаем. Следующий подарок от Нины 5. 50 яиц. И унитазик. Унитазик. Мне сегодня все дают унитазы. Ладно, ребятки, следующий подарок от Эрора. 3 самоцвета. 200 яиц. И ванночка. Дальше, следующий от Star Girl. 50 яиц. И вот такой вот шкафчик. Ребятки, когда вы мне будете дарить подарки, я их буду снимать на видео, да, ребятки? Ну и следующий подарок от XX Alisa Game XX. 50 яиц. И мисочка следующая от XX Аня XX. 50 яиц и корм такой вот. Ну ладно, ребятки, следующий подарок от Милы Гейм. 50 яиц. И вот такая вот тумбочка. Следующий подарок от Лимончик ТВ. 50 яиц. И ванна. Следующий подарок. От Гипсиш 644. 3 самоцвета. 200 яиц. И раковина. Следующая от Лизы 105. 50 яиц. Вот такая вот тумбочка. Следующая от Радуга. 50 яиц и тумбочка. Так, ребятки. Следующая от Ани Гейм. 50 яиц. Вот такой вот стульчик. Следующая от миссис Ли ПКХД. Вот мисочка, 50 яиц. Так, следующая от Златка Мармеладка. 50 яиц. И вот такая вот мисочка для воды. Да, ребятки? Так, следующий подарок от... Так, следующий подарок от Дарины Плей. Да, ребятки? 50 яиц. И вот такая вот штука. Так, следующий подарок от Милки. 50 яиц. И раковина. Ладно, следующий подарок от Томми 134. 50 яиц. И раковина. Следующий подарок от Влада. 50 яиц. И корм. Так, следующий подарок от Ромы. 50 яиц. И раковина. Так, следующий подарок от Маринетте. Ладно, 50 яиц. Унитаз! Ладно, следующий подарок от Светы Гейм. 50 яиц. И картина такая классная. Следующий от XX Василиса XX. 50 яиц. Тумбочка такая вот. Следующий от Иры Илкивира.
и корм. Следующий от Олечки Звездочки 50 яиц. И вот такой вот шкафчик. И следующий подарок от Систы 50 яиц. И вот такая вот тумбочка, да, ребятки? Ребятки, следующий подарок от Таташи Плей, да, ребятки? 3 самоцвета, 200 яиц и микроволновка. Дальше следующий от Китти Принцесс XD Юта, 50 яиц и полотенце. Следующее от Мисти 5490, так, ладно, 50 яиц и вот такая вот тумбочка. Ну, ребятки, следующий подарок от Памс, да, ребятки, 50 яиц и картина. Дальше, следующий подарок от Love Game, 50 яиц и вот такая вот тумбочка. Ну, ребятки, это были все подарки на сегодня. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои клевые, крутые ролики. Обнимашки, целовашки, пока. Спасибо огромное за подарки.